challenge time. И снова всем привет, и сегодня я хочу посмотреть Callisto Protocol. Наконец-таки я до него добрался. Очень странная история. В Стиме игра стоит 3,5, по-моему. А в EGS она стоит 1300, по-моему, или что-то около того. Поэтому я взял в EGS, потому что уже очень хотел. Но при этом в Стиме она уже 2 числа вышла, а в EGS она появилась только 3. Но из положительного, что патч первого дня в EGS, похоже, был изначально. Потому что я так почитал, что там все очень было плохо. Они вроде сделали компиляцию шейдеров, и поэтому в меню должно было изначально тормозить, а потом должно быть все нормально. И я когда запускал для теста, смотрю, что да, это самое, ну там тормозило, я потом понял, что это все-таки не косяк совсем оптимизация, а это именно вот они такое решение приняли. В общем, посмотрим, что она из себя представляет. Проходить мы ее, скорее всего, будем полностью. Но единственное, что возможно с опозданиями, все равно сейчас все подряд ее делают. Но если вы прям хотите личное мое прохождение, то ну, я постараюсь пораньше начать записывать ее более плотно. Просто сейчас есть вещи, которые нужно успеть доделать, и рабочие, и там еще всякие. И поэтому времени просто нету. Поэтому была заготовлена одна серия всего по Astra Colony, которую я практически в середине недели и открыл. Нету времени. Так, уровень охраны. Вот я, кстати, поставил это самое, написано слегка видно. Оно было вот так вот. Не знаю, то у меня... Вот самое интересное в этом я вижу немножко. Как его зовут? В ОБС. Здесь я его практически вообще не вижу. Даже не под каким углом. То есть у меня начинает видеть только вот. Вот, где-то вот тут. А здесь ну, достаточно неплохо. Ну, в любом случае, тогда я выкручу хорошо яркость. Пусть она будет нормально видна и на видео, потому что YouTube все равно срежет. И я хоть как-то увижу. Но на самом деле, вот... Ну, вот то, что видите вы... Ну, то есть я сейчас по ОБС сориентируюсь, я где-то вижу как-то вот так примерно. Ну да, плюс-минус. Ну что, давайте посмотрим. Надеюсь, самая главная проблема все-таки игры — это ее оптимизация, которую поправят. Поэтому есть смысл тоже не торопиться. Ну, смотри, текстурки никакие вроде не подгружаются. А, я уже хотел пошутить, что текстуру потеряли. Ну, думаю, вроде бы не на этом самом, не на Half-Life-ском движке делали, не на Саурс. Первое января 2023. Имплантант за час. Кстати, интересно. Что можете предложить имплантантного? Нет? Я уже думал, играть надо будет. Шокирующий наглая атака террористической группы «Внешний рубеж». Под приводителем печально известный Дэнни Накамура. Ладно, хватит. У нас работает. Ангар Калисто, судно Юг Харон. Вы пересекли периметр безопасности зоны. Вас понял, ангар, берем курс на станцию Европа. Харон? А сколько мне нужно им заплатить, чтобы они меня вернули из мира мертвых? Который сейчас будет. Хочешь что-то сказать, или так и будешь взять зажигалкой и чикать? Я смотрел трансляцию. Это наш последний рейс, Макс. Хватит болтовни на эту тему.
Тогда что ты хочешь от меня? Быть может, спасибо. Когда я покончу с этим делом, но больше не придется работать ни дня. Потому что мы сдохнем. Все то у тебя продумано, я смотрю. Верно. Ну же, приятель, что это, а? Туда и обратно? Скалиться на Европу? И все эти меры безопасности? Это спутник тюрьма, Макс. Они серьезно относятся к безопасности? А что с этим нападением? Как ты это объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по разным целям, по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Думаю, ничего страшного, но все же стоит проверить. Не нужно так беспокоиться, понимаешь? Дольше проживешь. Или нет. Сенсор левое и правое борт выдают ошибку, иди проверь их. Да иду уже, иду. Так, при прицеливании лучше будем мышкой водить или как? Мне мышку почистить надо или... Ну я и мышку почищу и поставлю этот сейчас получше. Хотя винде сейчас вроде не мешало. Ну, пока сложно понять, на самом деле. Так, опции, управление. Да я пока на 80. Ну, пока нормально, там посмотрим. Открыто. Да, я пойду проверю, пошел спать. Автоматически запись. Джейкоб. Работа Джейкоба. Нажмите клавишу Tab, чтобы открыть инвентарь. Нажмите кнопку Page Down, чтобы выбрать меню личных данных. Используйте клавишу со стрелками для выбора категории личных данных индивидуальных записей. Нажмите клавишу Enter, чтобы посмотреть выбранные личные данные. Окей. О, это эти зажимания по 2 с лишним секунды. Ну, сделайте одну. Зачем так усложнять настолько? Меня это отвратительно просто бесило в No Man's Sky, где просто ты, не знаю, там ты час играешь, короче, и из этого часа ты 5 минут тратишь просто на зажимание кнопки. Это просто отвратительно было. Нашел мод, короче, который просто это убирает. Так, ну я ждал, нажимаю, как бы ничего не меняет. А, есть арсенал важен. Смотреть. Пилот грузового судна Харон. Особое разрешение на вход в патрулируемую зону. Одобрены. Доступ к охраняемой космическому маршруту между Калипсо и Европой. А в личное дело имеется миграционная виза с Земли. Ошибка доступа к базе... к дате в базе данных АЮК. Других семей... Семейных записей в базе данных АЮК не найдено. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Калиста. Не можем покинуть штаб, пока загружает груз. Макс засует меня с этими атаками на Европе. Мы уже делали такую работу. Не знаю, почему его беспокоит это сейчас. Это же просто работа. Лучше держать рот на замке, не высовываться. Ну, смотря, конечно, что вы везете, если вы как-то к этому причастны, тут, может быть, он, да, и будет беспокоиться. Но у него рисуночки всякие. У него, видимо, ребенок есть. Что нужно сделать, когда тебя отсылают проверить груз, да? Пойти и послушать свой же журнал. Нет? Траву собирать не надо. Смешивать ее с другой цветной травой. О! Ультрафиолетовый. Эх! Какой-то гиперпространственный. Не, я в туалет. Ты не видишь? Ну, пока фризов особых нету. С другой стороны, это только начало. Может быть, действительно поправили много. А, тут закрыто. Я думаю, что-то я не могу попасть.
Черт, Макс, складировать нужно по-человечески. Ютубок. Ну, как бы да, на самом деле это не очень удобно было бы даже складировать вот так вот впритык. По углам бы рассовать просто, не знаю. То есть я не знаю, насколько хорошая идея так вот незакрепленный груз оставлять. Не знаю, может быть у них нету таких проблем в космосе-то. Что-то опасное тащат все-таки. Лишь бы не зря сюда спустился. Нужно проверить оставшуюся часть судна. Но это что-то радиоактивное. То есть это не биологическая угроза, окей. Она все-таки что-то будет с биологией связана. Опять же, там не совсем понятно, это химическое было оружие или это может быть радиационные эти эффекты. Как лучевые болезни, что у всех там помирали. Стоит проверить другой стороны. Как же я люблю космические корабли. И когда какая-нибудь дичь на них происходит. Хлебом меня не корми, дай побыть на таком судне. Не вживую, конечно. Вживую лучше бы, наверное, обычно побыл. Макс, у нас проблемы. Что такое? Кто-то проник на борт. А что, внешний рубеж? Мне кажется, да. Ладно, быстрее двигай сюда. Осторожно, они могут быть... где угодно. Это что сейчас было? Это нормальное было подвисание? Как будто бы с подзагрузкой даже. Ничего, что я другим путем вообще пошел. Обыщить трюм, мы должны быть где-то здесь. Ой, как замечательно. О, это еще даже лучше. Игра вылетела. Возвращаемся. Самое фиговое, что я сейчас не могу это все дело еще на SSD перенести, потому что у меня там всего 60 гигов. А нужно 83, по-моему. Надо, короче, SSD-шник для этого всего, короче, брать. У меня там рабочие файлы в основном по работе проекты на Unity. Они там... Один там уже мобильная игра. Поглощает поле, что-то там ненадолго. А весит уже 55, по-моему, гигов. Мобильный проект. Куда мне знать? Не сжатые текстуры, там вот эта вся фигня. Поэтому да. Ничего нет? Пока нет. Время почти вышло. Да. Вот, остановите его. Макс, ты не направляйся к гвоздику. Спасти меня. Что будешь делать? Что должен? Что ты делаешь? Ну, а что она еще делать? Красная тревога, я теряю управление. Держись. Там раз герметизация, все такое, давай. Осторожно. Тревога, утечка атмосферы. Джейк, давай назад. Я думаю, она, кстати, очень быстро была, должна была измениться. Скорее. Гасители инерции отключены. О, гасители инерции. Корабль в градуационном поле спутника, она затягивает. Да лезу, я лезу, что, руку подай. А тебе похеру, да? У тебя-то не вытягивает атмосфера. Мне кажется, атмосфера бы уже кончилась. Очень быстро. А чё, никаких этих нету? Передай мне управление полетом.
Передаю управление. Все плохо. Тревога, тревога. Судно Юг Харон. Берем обратный курс на Калиста. Запрашиваем решение на возврат. Вы его не получите, Харон. Повторный допуск запрещен. Извините, у меня нет выбора. Мы возвращаемся. Усиление на антигравы. Они уже на максимум, у нас не получится. Получится. Осторожно. Тыщ. Да ладно, как мы проскочили. Вы видели там вплотную? Там. Я не знаю, правда, конечно, какой корабль, но, по-моему, все равно бы мы там зацепились. Это не мотылек. Такие, мы падаем. Не, нельзя. Ну, нет, так нет, и назад полетели. Супер законопослушный гражданин. Получилось, говорил же не переживать. Ага, а он уже друг его мертв, небось. Макс? Макс там уже крови захлебывается. Эй. Эй. Кто же... Джейкоб, почему ты не послушал? Эй, ну же. Да, хорошо, Лька тебя приложила. Сисюрки, признак жизни одного существа. Продолжаю поиск. Охрана тюрьмы Черная Жесть. Вы пилот? Та еще жесть, да. А он? Он погиб. Тогда второй не нужен. Спасибо хотя бы на этом, кстати, да. Ну что, забираю тебя отсюда. Значит, не зря он волновался. Декларация скажет, что вывезли груз из ангара. Не часто здесь бывают вольнонаемники вроде вас. Просто делай свою работу. А то я не знаю. Что за начало фрилансера какой-то? Терморегулятор? Первый корабль, который я разбил, на борт проникли. Отпусти меня. Это на во всем. Эй, охлади движок, груз. Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Где, сэр? Его в расход, а ее оставить. Как прикажете. Хватить его. Эй, что вы делаете? Я ничего не сделал. Так, надо будет прерваться на секундочку буквально, когда идем такому чекпоинта. Его под шумом действительно. Чушь. Вспышка инфект. Небось, он каким-нибудь даже боссом может быть. Какого хрена ты пялишь? Поздно для этого дерьма. Так, заключенные молчат, пока к ним не обратятся. Я не заключенный. Ты заключенный 532, дефис 521. И ко мне будешь обращаться, капитан Феррис. Нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковали внешний рубеж. Она из-за нее просто крушение. Погиб мой пилот. Мне все равно. Приказ начальника. Вилса не запылился. Выбор. Каждый совершает в жизни выбор, привел вас сюда, в этот момент, в это место. Тут еда вам самое место. Чтобы выяснить то, раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Welcome to the City 17, да? Это начальник тюрьмы Кол. Вместе мы найдем вашу цель. Добро пожаловать в черную жизнь.
Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Так мы за него будем что ли играть? Казалось, за кого-то другого. Заключенный, я дал вам приказ. Это ошибка, здесь не место. Слушай, знаешь, что Калиса называет мертвым спутником? Мертвым. И ты был бы таким же, если бы я не выудил тебя из груды обломков после крушения. Черт, да ты бы сдох. Тебе нужно двигаться дальше. Тебе откроется новый мир. Нет. Моем, да. То, за что ты цепляешься, это твоя прежняя жизнь. Ее нужно отпустить. Твоя новая жизнь целиком в моих руках. Давай, мертвец. Ладно, бери ее. Пошли. Вы прибыли в тюрьму «Черная жизнь», исправительное учреждение ОЮК. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй, прекрати. Эй, стой, нет. Вы должны... Заключенный 532, дефис 521. Для доктора Мэтлин Каллер, в соответствии с статьей 412 УК, вам платируют устройство МОР. Утопия? Придется играть? Готовьте устройство. Какое? Вот это. Нет, ну чёрт вас подери, вы же врач. Я намерен исполнить свой долг. Иначе будет только хуже. Постарайтесь не двигаться. Да пошла ты. Хотя бы обезболивающее дали. Ну, скажи спасибо, что экзоскелет тебе не сделали, как его в Турже. Доктор, остановка сердца. Инъектор. А, это будет здесь, короче, хпшечка, да? Раньше на спине, а теперь на шее. Допустим. Пока непонятно, какой смысл было нас сажать. За что? Потому что мы все равно не сможем отвезти теперь груз. А значит, мы слишком много знаем. Так, буквально секунду. Так, все, продолжаем, да? Угу. Свет гаснет 17:00. Остальное что-то они решили не переводить. Что за светопредставление? Можно я лягу? А, вот. Я думал, это где-то в другом месте что-то. Такой был, по-моему, во время атаки, да? Или где? Да. Внимание, всем охранникам прибыть в главный корпус. Это не учебная тревога. Сохраняйте спокойствие, бояться нечего. Бип. Ну, хоть не рип. Что-то не так. Совсем не так. Кто-то меня запереть забыл. Ой, кто-то там в Икара решил поиграть. О боже. Ёпи. Аномалия какая-то детектив. О. Нет, вы нормальные вроде, нет?
либо уже психи все, либо еще нормальные и просто бесятся. Тюремный блок 35. Заперто. Отрыжечная ошибка. А, это у тебя отрыжечная ошибка? Какой большой робот. Ну, из плюсов, возможно, с роботами нам не придется драться. Хотя, кто знает, мы же все-таки заключенный. Насколько мы виноваты в происшедшем, пока непонятно. То, что нарисовано, что там радиоактивное, может, это везли, не значит, конечно, что там именно оно и было. Эй, там внизу. Братан, что за хрень происходит? Я не знаю, какого хрена творится. Мой корабль разбился, меня бросили сюда, я проснулся вокруг это. О, послушай, ты ведь пилот, которого сюда притащили, да? Я полжизни тут провел, я знаю это место. У меня есть план, как нам выбраться. Если поможешь мне выйти из камеры, я помогу тебе по рукам. Используй это, чтобы попасть в диспетчерскую за мостиком. Оттуда сможешь открыть мою камеру. Меня зовут Алиас. Джейк. Не потеряй Джейка. Может, тебе спасет жизнь. А, это ачивку они показали, чтобы паузать. Внизу меня бросать. Не, братан. Не брошу. Тут надо вдвоем хотя бы держаться. Лучше вдвоем. Ну и ты вроде бы пока что кажешься адекватным. Ну, пока что, там не знаю. Плюс я все-таки этот самый пилот. Ты вряд ли меня захочешь. За точку в печень раньше времени. А там, если что, я тебе в трюм отправлю. Я умею. Там, по-моему, можно было просто выдернуть. Такая себе защита. О, блин. Пока ты глазел на эту штуку, меня 5 раз бы уже бы сожрали бы там сзади. Ну, паузы на ачивку, это, конечно, мое почтение. До такого надо было додуматься. Это надо было очень много пить и не спать, чтобы такое придумать. Иметь очень воспаленный мозг. А все бегут. Интересно, они начали бежать, потому что я тут мимо прошел по скрипту, или они тут систематично бегают по кругу? Давайте посмотрим. И пропадаешь, что самое интересное. Серьезно? И все бегут. И все бегут. Так, я в матрице, я понял. Кто бы мог подумать. Я все еще сплю. Это очень странный повторяющийся сон с бегущими этими бандитами такими. Он еще подумал так какое-то время. Ну, заключенными, точнее, да, не бандиты. Ой, вот еще один. Чок. А, я думал, я уже его сейчас этим сделаю. Ой. Я думал, уклониться вначале надо будет. А, погоди. Ты не хотел годить. Если тот чувак сказал, на тебе, короче, оружие, помоги мне. Или ты, или я, приятель.
Ой. Что-то вот с уклонениями, да, это... Я не ожидал, что ты так быстро истощишься всего за 3 удара. Камеры открыты. Так пойдет. Одна камера. Открывает, открывает. Ну, остальные вроде на месте сидят. Ой, как много у меня хп. А, тут какая-то движуха, смотри, расстрелы всякие. Он то, смотри, тоже кнопку Е, видимо, жмет. Или кнопку нагнуться и забрать вещь. Видите, там мигает. Уклонение от рукопашных атак. Удерживайте кнопку А или Д до атаки врага, чтобы уклониться от нее. У вас не будет времени на подготовку. Просто удерживайте кнопку А или Д нажата до удара врага. Чтобы уклониться от серии рукопашных атак, удерживайте кнопку А, затем переключайтесь на кнопку Д и удерживайте до ее до атаки. Чередуя таким образом А и Д. Никогда не уклоняйтесь в одном направлении более одного раза, иначе не удастся выполнить последовательность движений. Я это понял, в принципе, из первого раза, но мозгом поднимать и работать руками, при этом все-таки это вещи разные. А можно мне тут все-таки особо не драться рукопашным, если не в Dark Souls пришел играть? Ага, ясно. Перекатов нету, потому что я бы лучше перекатывался. Или отскакивал. Джейкоб, да. Кстати, вроде что-то не так, панель не реагирует. Кое-что видел. Оно на меня напало, и оно не было похоже на человека. О чем ты? Я видел, я знаю, что видел. Слушай, это место может заморочить тебе голову сейчас, у нас один шанс. Чтобы ты не видел, это еще одна причина выбраться отсюда. Видишь ту вышку? Да. Стыримся там, и я расскажу тебе план. Как? Езжай на следующий этаж, я с тобой сижу. Вот, кстати, адекватно, да. Я не знаю, что там видел, но если это так, все равно это дополнительная причина мотать отсюда. Ну, я говорю, пока он выглядит очень адекватным парнем. Ёб твою. У меня на один удар. Я не в ту сторону просто нажал, по-моему. Загрузочку. Ты быстро будешь загружаться или нет? Мне хп что ли восстановили? У меня же, по-моему, была единица. Или она со временем? Короче, назад вполне себе хорошая идея. Правда, мне похоже, все-таки она хпшку отнимает. Ну и труп. А. О, я раньше времени начал, да. Чтобы получить предметы, собери их. Здоровье? Из трупа? Да еще. Ну окей, живи. Джейкоб, слышишь меня? Yeah. Да, как? Я включил двустороннюю коммуникацию МОР. Когда торчишь здесь так долго, кое-чему научишься. Вижу, ты добрался до подъемника, езжай на нем вниз и найди там лифт.
там что-то вкусное. Я единственное так что-то это самое, пока проходил обучение, когда он бьет слева мне влево нажимать, то есть в какую сторону он так, такую нажимать, или все-таки в противоположную? Да... Безголовый парнишка. Значит, все-таки противоположные. Хорошо. Там ничего нет. Кредиты. Чуваки тоже не очень хорошо себя, похоже, там уже начинает чувствовать. Останавливающая инъекция. Ищите закрепленность не на шкафчиках и с восстанавливающим, то есть восстанавливающим инъекциями. Восстанавливающие инъекции могут оставлять враги после смерти. Также можно найти внутри ящиков. Нажмите кнопки 3, чтобы быстро воспользоваться восстанавливающим инъекцией. Инъекторы восстанавливают здоровье, но будьте осторожны, поскольку вас могут атаковать, пока вы вводите препарат. Можно также воспользоваться на экраном инвентаря. Персонеры или инструментом для взлома. Двери с стеклянными повышенной системой защиты. Ну, полумонтировка выглядит пока надежней, хотя кто знает. Вопрос, что случилось с роботами? Это уже реально на какую-то диверсию больше похоже, потому что чего роботы-то? Ладно, когда заражение пошло, роботам-то что? Главное убрать, чтобы нажать на кнопку, потому что руки заняты. Невозможно одной рукой, не знаю, держать, да, допустим, и второй нажимать. Или с лестом какая-то проблема, я спускаюсь и не поднимаюсь. Черт, ты на пути к одиночным камерам. Ты еще можешь добраться до смотровой вышки, просто будет дольше. Но будь осторожен, там настоящий, держит настоящих пиков. Ну, окей, че. Что-то случилось, похоже, вот здесь что-то упало. Хотя тут непонятно, но было таким уже изначально или нет. 38 минут пока нормально. Пока игра. А вот и неподозрительное место. А вот и не спрячусь здесь просто. Ой, кого-то тут. Не, позвоночник ломать нельзя. Кто это? Преобразователь энергии. А-а-а. Это что, какой-то хаб будет? Или как это вообще работает? Да, в палку. Черт.
чешется вот здесь, да? Ну, конечно. Могу понять. Такую штуку засунуть. Кредиты. Это ты засрался, братуха. То, что твое место прямо возле параши, не надо, не означает, что прямо надо. Да. То, что такое ешь. О, ты протиснулся? Я думал, нет. Могли бы намекнуть, что это надо сломать. И это тоже. Удивительно, да? Герой догадался, что можно протиснуться. Что можно это сделать с боком. Удивительный человек. Похоже, все-таки один раз я просто нажать. Смотри, там псих какой-то. Может, не будем от... Черт. Почему-то я не особо испугался. Я ждал, что ему херня сейчас случится. Правда, не такой, что прям... Я думал, он побежит, не знаю, на нас. Неожиданно. И мы закроем перед носом дверь, и ему голову размажет. Тук-тук. Кто-нибудь там есть? Так. А у этого застранца аж 18 какие-то. Костюм мне, конечно, никакой не дадут, крутой. Наверняка. Нет, и низкоразно нажимать. Черт, братан, один мой товарищ, давно его знал, он стал этой тварью, набросился на меня. Да и ты превратишься. Воу! Ты ранен? Нет, но пришлось его убить. Убить это. Что за хрень происходит? Вот это было неожиданно. Ну, думаю, отлично. Вдруг что-нибудь выпадет все. Достаточно целый труп, а то обычно какие-то растерзанные вообще были. Да, отличные замки. Круто. Кредиты, восстанавливающая инъекция. Ну, нормально. Как интересно, аптечек с собой можно таскать. Я смотрю, арсенал, и вон там инвентарь. Его можно расширять. Показалось, что туда можно полезть. Ой, юг, когда ты резко так читаешь, просто перелистывание. Ой, юг читается как сюк. Чему-то больше. Кого-то там перерабатываешь. Это лифт бы... Да, вот теперь мы вверх. Алис, нашел лифт, поднимаюсь. Хорошо, вот теперь точный шанс, что сработает. Сразу за изолятором есть камера для оружия. Можно неплохо прибарахлить. Но будь осторожен, охранные боты снова в строю. Ну ёб твою. Все-таки придется с ними сражаться. Ну не руками же, блин. Боже, нет, скорее. Нет, мы не заражены. Хорошо, ногой на поражение. И мы сейчас вылетим, да? Да.
Надо будет еще дрова на видюху обновить, может быть, это поможет. Я давненько не обновлялся. Как карту воткнул, так и не обновлялся вроде бы. Ласт на том же самом месте. Что ж, думаю, тогда на этом мы на сегодня закончим. Буду, во-первых, обновляться тогда. Этот самый видюху. И если это не получится, то тогда ждать новый патч. На этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.